Я родилась во врачебной семье, разговоры все о медицине за столом. И когда я видела, как с каким уважением люди на улице здороваются с моими родителями, с моими бабушкой, дедушкой, это меня воодушевило, вдохновило. Слова благодарности постоянно я слышала, и мне тоже захотелось принести пользу, скажем, обществу, и тем более, что когда ты рождаешься в такой семье, то уже сложно представить себя в какой-то другой профессии.